Всем привет! Продолжаем играть защитников. Проходить их. В прошлом бою мы убили бронерога. Так, а теперь пройдем несколько простых миссий. Так, страшилы, повозки, призраки. Угу. Страшилы, повозки, призраки. Так, можно улучшить мое облачко. Облако яда. Да. 350 урона. Так, а может быть взять магический свет? Сколько стоит? 1000. У меня 1700. А, возьму. Так, магический свет. Детектор нам нужен. А так как там будут эти, как их, страшила, нам вот это нужно. Гарпий-то вроде нету. Так, каменная башня. 35, дамаг 84. 132. Ну, попробуем вот так. Попробуем вот так. Карпей же нет, да? Погнали. О, вот это уровень. Так. Что у нас есть? У нас есть хилищий этот дурацкий тотем. Его надо обязательно уничтожить. Так, радиус. Этот радиус, а это скорость. Все, уже что-то забыл. Так, с чего начнем? С чего начнем? Радиус. Ну пусть мортира здесь стоит. Так, с этой стороны мы поставим. Обязательно надо просветлялку ставить. Даже не знаю, где ее ставить-то. Они же дальше тоже пойдут. Вот так вот можно поставить. А, и все, у меня кончились деньги, отлично. К бою! К бою. Лупим, лупим, лупим. Блин, не успеется запить. Ой, у нас первым делом все ребятки пошли. Нормально. Так, против страшил нам нужна огненная башня. С этой стороны тоже надо защиту ставить. Блин, бегунки эти. Нам нужно чаще использовать магию. Чаще использовать магию. Не учи ученого, гражданин копченый. Так. Надо копить на огненную башню, а может быть даже на еще одну мортиру. Не знаю, вот тут вот что-то надо поставить, такое дамажище, чтобы оно далеко доставало. Отправим этих ребяток. Так, сейчас уже можно. А вот сюда поставлю огненную. Почему мне не выдали башню получше? Кому тебе?
Неудобный уровень совершенно. Еще с этими невидимками. Ой-ой-ой. Не добивает. Очень плохо. Нам нужно чаще использовать магию. Очень и очень плохо. Блин, прошел. Еще прошел. Ой, а это что за хрень? Хрена у него скорость. Так, давай скорострел. Блин, это еще один прошел. А что за привидения были? Что-то я их в бетке помню. Был какой-то там призрак, который очень сильно доставлял. Этими вроде тут разберутся, да. Вот опять вот этот хрен пошел. А, ему нормально досталось. И этому нормально. Этому тоже должно достаться. Отлично. Отлично. Так. Лучше, пожалуй, одну башенку. Повозки пошли. Блин, ну 4 этих заразы прошло. И вот эти сильные ребятки тоже. Ой-ой-ой, какие сильные это. Хотя нет. Все нормально оказалось. У нас есть гаечный ключ. Андрей решает. А я ошибся, получается, не невидимки, а вот эти вот какие-то призраки попёрлись. Нормалек. Это был легкий уровень. Так, 100 серебра. Еще одну откроем. О, огненная башня, отлично. Конечно, наконец-то можно будет ее апнуть. Так, эволюция. Обнаба. Не буду говорить. Вот это. Вот это. 500 голды. Да. Ну, в смысле, серебра. Ничего страшного. Так. Магия. Следующий. Повозки, страшилы, кобальды, сатиры. Угу. Так, невидимых нету. Соответственно, что мы можем поставить сюда? Взрыв прайма 60. Бомба 100. Пусть будет бомба. Так, огненные есть, там повозки. Ну давайте возьмем. А пусть будет осадная, просто так. Или каменную взять, может каменную взять, попробовать. Ой, где каменная огненная? Каменная война. Те урон у него, блин. 84. А, ничего страшного. Так, средний. Погнали.
Вот это нормальная карта. Повернем ее. Как обычно все выглядит. Так, радиус, радиус, радиус. Ну ладно, сюда вот это поставим. Сюда. Вот это. Ну и пока так хватит, они полупят сейчас вот эти тотемы. Правильно уже кусочек. Получай будет. Подарок, монстр. Хватит на угольную башню. Как раз я его здесь поставлю на углу. Или вот здесь вот лучше поставить. Нет, лучше на углу, пусть она больше захватывает территорию. Вот у меня башенка. Здесь можно каменную поставить или отравляющую. Лучше, наверное, отравляющую. Скачь, голубчики. Ну а еще и откат от этого. Зараза. Заряжай. Повернись, вон твой любимый скачет. Отлично. Так, что у нас дальше по плану? Давайте поставим каменную башенку еще. Ой, урон-то у нее какой ужасный. Не будем больше так делать. Лучше проапгрейдим огненную. И вот эту. Мортира у нас достанется. Так, сколько стоит огненный апгрейд? 50. Отлично. Апгрейд. Можно вам бомбу кинуть. Отлично. Следующий. Повозки сейчас, да? Угу. Отлично. Заряжай. Отлично. Так. Ну, огненная сейчас все сдует. Можно даже накопить прайма и ее улучшить по максимуму. Чтобы она вообще все, что движется и не движется, сдувала. Или мортиру улучшить. Не знаю, не знаю, не знаю. Это, видимо, эта змеюка, которая, наверное, в конце будет. Так. Все ближе. Хорошо шпарит этот ядовитый дождик. А давайте лучше мортиру. Чтобы не казалось, что все так просто в этом мире. Кстати, почему в оригинальной игре нету вот этих страшил? Нам нужно чаще использовать магию. На палочке. Оба хорошо лупят. Максимальный уровень. Да, вот эта башня бесполезная, конечно. Получай подарок, монстр. Так, что-то как-то вы не справляетесь со своими обязанностями. Алло. Ну. Непорядок. Друзья мои. С вами так не накопишь. Берегу для последней волны. Получай! Вот они. Прыгающие палочки.
Восьмого-то. Вально. Никто не прошел. Вот с легким уровнем проблемы возникли, со средним нет проблем. Так, достижение боевой маг. Детектор. Отлично. Можно тоже улучшить. Сразу этим займемся. 250. Нормально. О, радиус. Отлично. Так, теперь сложный. Сложный у нас теневоды. Зубастики, боровики, призраки. Угу. Так. Так. Во-первых, магический свет. Детектор, конечно же. Страшил там не было, да? Улучшающий может взять. Или осадный. 55-6. Блин, лучше наверное осадный взять. Да. О, еще такой уровень. Неудобный, блин. Ой-ой-ой. Неудобный. Так. Ну тотемов-то нету хоть. Уже хорошо. Так, что же делать? Что же делать? Радиус, скорость 141 прайм. Возможно. Так, кого урон больше? 669. А, кто больше? Радиус, правда, не настолько большой. Можно вообще заморочиться, вот так вот поставить. Посмотреть, что получится. Они быстро все эти тотемы уничтожат. Отлично. Вот это еще. Поправка на пару градусов ниже. Поправка на пару градусов. Так, скорость стрельбы пока все нормально. Вот побежали теневоды. Секунды откат. Это очень плохо. Где мне ставить магический свет? У нас есть гаечный ключ. Ладно, здесь поставлю. Боровики пошли. Неплохо он ему влупил. Музыка такая героическая. Так, сколько апгрейд? 60, 80. Есть желание, наверное, накопить на апгрейд. Будет очень хорошо. Тем более. Мастер, когда у нас обед? Вот они еще и вместе пошли теперь. Так, давайте бахнем здесь магический свет. Проапгрейдим. Ах ты, зараза. Исчез, да? А, нет. Все нормально. Так, эта установка сама справляется. Детектор. Возможно, вот так вот надо поставить еще.
Да нет, ну нормально. Немножечко ускорим события. Так. Улучшим детектор. Потому что у него радиус увеличится. Кстати, мог бы не ставить, просто улучшить его. Так, тут все друзья бегут. Немножко их потравим. Отлично травится вообще. Прекрасно травится. Так. Замечательно. Блин, а теперь их много очень. А, ну ладно, у меня АУЕ. Урон идет. Все нормально. Так, пошли еще теневоды. Потом призраки пойдут. Немножко подамажим их светом. Вот и призраки пошли. О! С одного удара, отлично. Прекрасно просто. Мечта. Так, накоплю тогда на апгрейд мортиры. Чтобы уж наверняка. Так, 78. Давайте, идите, мне еще два правила надо. Все. Теперь, по идее, никто не должен прорваться. Все более сильные идут товарищи. Так, призраки, призраки. Какие они быстрые-то, а, однако. Ну ничего, главное, они видимые. Так. Эти ребятки идут. Ну пока, ой. Пардон. Пока улучшать тут нечего. Так, вот, вот эти теневые попались. Поправка на пару градусов ниже. Пустили магический свет. Последняя волна. Так, 120, 60. А можно вот так вот делать. И все будет чики-пуки. Отлично. Победа. Так, мне нужен знак. Отлично. Маг силы. Так, я тогда еще улучшу. Где моя ядовитая гадость? Облако яда. Да. 5 из 15. 70 к урону. Неплохо. Так, что у нас теперь себя яд представляет? 420 урона. Хорошо. Так, что нас тут ждет? Призраки, гарпии, сатиры, кобальды. А, да, в этой версии, кстати, вот этот уровень шел прежде, чем бронерог. Точно, я играл в этот уровень, так, еще раз, гарпии, призраки, да? Гарпии. Где он, птицестрел? Так, призраки, призраки, призраки. Сатиры, кобальды, так. Ну, вроде как. Свет мне такой тут нафиг не нужен. А, вместо него возьму... Ледяную булю возьму. Немножко замедлять их буду. Потому что призраки очень быстрые. Вы это уже видели. Так, ну что ж. Поехали. Как много тотемов. Чуди явно тут. Не забудь, что тут два входа. Да, еще два входа атаки. Вот вход. И вот вход. 165. Прайм у меня. Так, мне надо как-то расфигачить все тотемы.
так вот поставлю. Так вот поставлю. Там гарпии будут здесь летать, да? Ну, здесь поставлю. Ну, пока так. Почему мне не выдали башню получше? Знаю, что сначала надо ломать. Отлично. Так. Что еще от гарпи поставить? Здесь, наверное, поставлю. Так. Потом бы здесь еще что-нибудь поставить. А, вот они и полетели. Со всех сторон уже идут, да? Вы спортивно, ребята, сразу так посылаете. Так. Апгрейдим. Апгрейдим. Прямо в цель! А-а-а. Пока есть время. Так, ядовитые надо поставить башенки. Обязательно. Так, сейчас гарпии полетят опять. Даже не знаю, куда ставить-то. Призраки пойдут прямо здесь. Прямо в цель. Так, возможно, вот так вот надо сделать. Так вот сделать. Так вот сделать. Пока есть прайм. Так. Берегись призраков. Да, я знаю, что у них молниеносная реакция. Но пока вроде как. Блин, ну прут и прут. Зараза. Получай! Пока их так немного, конечно, все нормально. Но вот когда пойдет больше, уже появится проблема. Да, скорость небольшая, конечно. Возможно, здесь надо тоже поставить защиту. Сразу же поставить. А, вон еще тотемы стоят. Ой, елки-палки. Так, призраки пошли. Получай подарок, монстр! Что-то какие-то они прям слишком проворные. Вы чё, ребята? Я ушел. Блин, пипец. Надо вот это расфигачивать. Получай подарок. Он с этого хиляется же. Так, что-то здесь не так. Очень мало дамага. Это вообще фуловые пришли. Так, здесь надо урона больше. Да. Прогрейтить бы тоже. К бою! Так, ну хоть отхил порезал, это уже хорошо.
Блин, ну двое-то прошли. Так, апгрейдим. Ты можешь не без дамага вообще. Так, 60. Угу. Ну ты призраки опять попёрлись. Что-то им вообще пофигу на мое замедление, кстати. Хоть кислотный дождик пожучит. Отлично. Блин. Что ж делать-то, что ж делать? Вот так вот. Гарпии летят. Пусть летят. Самая короткая дорожка вот эта, блин, ее тут надо заставлять углу как. Так, здесь, пожалуй, побольше нам помогаю. И здесь тоже побольше поставить. Пять призраки. Блин, а у меня 19 секунд, да. То есть замедление на них не действует вообще никак. Даже использовать не надо. И там вот. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой. Или нормально все? Нормально. Отлично. Так, здесь еще максималочку сделаем. Так, дамага теперь нормально вроде как. Так. Сейчас опять пойдут призраки. Ух, тут еще кто-то. Босс какой-то в финале. Ёлки-то палки. Так, ну вроде умирают. Заряжай. Нормально умирают. Теперь на всякий случай положить. На всякий случай, лишнего не будет. Это не надо, двое уже прошло. Третьих нам не надо. Так. Что-то здесь. Плохо пушки бьют. Гарпий. Так, сейчас пойдут призраки и финальный какой-то босс. К бою. Что за босс? Даже предположить себе не могу. А, вон он, босс. Офигеть. Вообще посрать на мое это замедление, как и его приспешником. А, нормально, 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 все. Фуф. Победа. Мы молодцы, у нас 10 уровень. О, змеиная башня изрыгает брызги яда, способные отравить нескольких противников сразу. 250 урона в течение только наземной цели. Хорошая вещь. О, отлично, священный молот, обожаю. Хороший апдейт. 10 уровень. Так, что у нас дальше? Так, чтобы нам сразу проапгрейдить. Может быть, змеиную башню как раз вместо ядовитой. Она у нас 32 урона. А ядовитая башня... Где ты? Вот. 76. Давайте змеиную башню. Лучше. Так, что у нас получилось?
все равно что-то 35. Уровень 2 из 15, а у ядовитый 1 из 5. 0,8, радиус 225, стоит, ну, 0,7. 342. Не, ну урон-то больше. 226 и 4 секунды, а тут 242 и 5 секунд. Да, лучше, наверное, вот эту змеиную поставить. Ну что, спасибо, что меня смотрели. До новых встреч. Не хочу ничего покупать. Увидимся в следующей серии. Всем пока.